локом крест. И шаманам тоже крест, да. И вроде каска. Темной магии, поставьте ауру. Че каски размахают? Каску, кулак, паладину. Так он покачал. Лимошка, каску на себя. Это было неразумное решение. Мы без укуса. Ну да, да, я просто. А, Ира, дай орехи попало. Нет, его зеркало нет. Лимошка пишет, я ему ответил. Зеркало? Бля, ты чё за хуйня-то, ёпта? На тебе всегда будет жесть резнуть. На ману потом филипец отдашь. Окей. Ой, уже на ману, я там поставил. Да. А, Ира, дай орехи попало.
Ира, кидай орехи на попало. Оп, молодец. Нормально так. Как они? Кто уже так или упадет? Процентов, да? Ладно, давай маркифирки. Андриага, заливай ману мне. Драксон, заливай антисептику. Им на ману Джулиона дай. После Вальки тоже отойду в ФК. Петрик. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупо.
глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда, и служите... Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети. Сейчас зайду. Я покажу, господину, что он дропнул. Кто из нас может называться чемпионом? Не спекаться? Это, Сустасенко, дай мне МК. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Вы должны мне помочь. Пец, кидай. Роли кидай. Макс Лаки. ПФ 4 фаталити работает. Порталах пиздец. Угу. Ну, везде в разные стороны, метки, ничего. Поставь им одну метку, за которой они будут летать. Thank you.
Так они же, блин, вот сразу там, страна вот стоят. Человек, 7. Они не знают, откуда начинать. Ребят, мы одни жирненькие, вой. Спереди встречаемся. Видите, можно тренироваться, людей не отпускать с валик. Так, побежали налево. Сколько там хп у Вальки? 23. Еще один портал зайдем и можно давать гер. Не-не, вот. Еще в одни и все. Нам этого хватит. Да нам хватит, Войт. Увидишь. Давай, если хватит. Блять! Портал открылись, я что-то. Да потому что ты, блядь, отвлек меня со... Ай, короче, иди ты. Блядь, так бы захилили спокойно уже. Еще мой портал взял. Ну молодцы, бля. Уже я не говорю уже до Альбера. То есть, если бы ты не отвлек бы меня, вот тогда бы мы дали веру и захилили бы Вальку. Ты меня отвлек по поводу, что типа не надо. Давайте геру уже, блядь. Еще одни порталы? На хилу идут. Какая разница на хилайне или...
Можно мрыки-фырки в филе оставить, не шпану, есть она? Павел, пускай в коте будет. Не, а кого ты еще хочешь ДЦ ставить? Я имею в виду всех спекнуть ДД своих, а мрыки-фырки пускай спекнутся в хила. Так, а у нее что, тоже ДЦ? Или у нее холиприз? Вот. А, у нее тоже ДЦ. Да ладно. А сова, таксон, дай шинану и да. Я за тебя стою. Таксон, дай инер, пожалуйста. Ну, спасибо за тебя. Так, я пока тоже отойду, ты пока похиль.
Да чем бьете его? Блять, дайте поставить. Неугомонные. Каунти просто по КД. Пала баф, обновить каску МП5. Две минуты осталось. Андрея, пацан, кто? Слева далеко. Там же падает далеко. Слева близко падает возле лестницы. Право падает. Беги! Не пищите, смертные!
ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! А, Фэл, залей Иннер Шанану, пока ты не бьешь. Крайне. По центру падает. Шанан завис. Захилить его. Пала хилить еще запрет. Ну я завис, я сказал. Я вообще никто не хотел. Войд, уходи. Беги, малышка, беги! Погибни! Там кто-то стаки очень сильно разряжает. Урон по союзникам, посмотри. Да, ты вроде немного. Меня просто никто не хилил вообще секунд, наверное, так 8. А я тут. Но он надо сам. Руки забой. Да, у меня почти каждая была на мне.
5 минут КД. Рыба есть? Ничего себе, он не шел ударит. Дряга, можешь залить ману Шинану. Право падает. Слева далеко. Стоп по левой глыбе. Стоп, 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 не бейте. Перебегайте, сейчас она упадет. Я зависла, если что, не резайте меня. Бери мы сняли метку и глыба упала. Нифига у нее завис, все нормально было. Подхильте его, да, я стаки скидываю. Развисла, он только теперь у меня пинг поднялся. Я компри, ладно? Крайне левая близко. А Даксон зальешь ману антисептику. Антисептик поставь ману. Тотем. Трепещите, смертные!
ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Беги, малышка, беги! На третьего, ой, на двухшего судьбом. Я хилю, хилю. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, удел смерти! Есть гимн на ХП. Давай. Бейте, бейте еще, я выхилю. Что ты делаешь, дебил, блядь? Хуя, блядь, два ляма мы добили, я выхилил. Полтора ляма, ты глянь, бой, тут 10 человек живет. Пиздец. У нас, наверное, медиков много, поэтому силы освобождаем к нему. Всем привет. 200 остался. Да все. Да, давай будем падать, правильно. Если бы ты хуйней не страдал, уже убили бы. Всем привет. Здорово. Привет. Да, я здесь. Поставьте мамонта, пожалуйста. Thank you.
Пристабав, дайте. Пристабав. Ты что ты хочешь? В туалет ходил. Фу, блин, сжат. Хорош же бей. Вась, справа фуловые стоят. Будет на меня собрать. По-моему, что-то забагалась она. Не? Да Войд сегодня у нас забагался. Ну да.
погрузитесь в отчаяние! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь скрепещите, удел смертных! Падаем, Слай. Давай. Двое. А как до меня? Сам не уходишь. Видишь, она меня не бьет, эта лапа, я же говорю, она забагалась. Я получаю только магический урон. Беги, малышка, беги! Руля, дай гимна ману. Смотри, Войт, нет, нет физического урона по тебе. Посмотри сам. Вот все метки забирает. Добрый. Добрый вечер. Кто-то опять. Кто-то опять участника снял с меня. Зачем вы делаете? А что с ним поступать? Да. Да, сиди на хиле. Вальд просто завидует твоему ХПС, а сам столько нахилить не может с андроидом. Да, Вальд. Вальд, там кольцо шаг, да? На оффроли, или что ты на фул начислил? Потому что такой он человек. Дайте каску по волкам. Кристобаф инту.
Угу. За рулем может. Неужели прибыли наконец? Дайте каску и лапу по ДК. Мне бросить ледяную скорбь и сдать. Кто на первом? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Так. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Хорошо, тогда я на первый переход когда даю тотем, а Ира, ты на второй дашь. Герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы ты чаще служить из света. Пропусти прохождение. А Ира, кидай риски плодину. Дайте капли паладин. Потом зубы. Ушли, ушли, ушли. Трудя, давай гимн на ману. Блять, прогиб. А, чума, прибежал мох, чума. Кто мне сказал, что после на первый переход пигин давай? Ну давай ты. А хотя уже не надо. Так отдали два пистана. Ну ничего страшного. А чему вы носите? Я уже раздиспели. Там до каждой капля. Ира, кидай на себя его водный щит.
Обязательно порталы залью. А Ира обнови щит мана. Ира, обнови ману. Щит ману, вот. Эндриага, залей ману антисептику. Сюда, на эту сторону. Куда? А, Даксон, залей ману Шинану. 7. Лужа. Даксон, залей ману Шинану. А, кот, залей ману Шинану. Джулиан, отдавай гимн на ману. Да, я уже напулил. Второго на пульпе. Тотем ставь, Ира. Я бы... Следующего ты хант на пульпе. Да-да. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Ледяная скорбь жаждет крови. Вы пришли, чтобы вершить суд над Артасом, чтобы уничтожить короля Лича. СС не давали киньте по войне. Thank you.
смерча? Вы не должны оказаться во власти ледяной скорби. Иначе, как и я, будете навек порабощены этим проклятым клинком. Я Андрея Газалей Ману Шинану. Не, у нас маны хватает, мне только и нормально. Даже команда на первом месте стала. Преодолели все препятствия, которые я воздвиг. И нас никто не погиб, кроме ВВ. Он, по-моему, улетел. Полетел, да. Сгорели в пламени вашей ярости. Ты боялся, что не захитим. Да. Рейсина будет? И отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невыгодный... Сейчас, короче, прилив упадет. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Крутайте, босс. Повергнут этот мир в пучину хаоса, а сирот пойдет в любом случае рук, и ты станешь первой жертвой. Мне по душе эта ирония. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Что говоришь? Порчу накидываю.
был, ты выскидывал еще. Невозможно. Ну и там шагу был, там закидывал. Хватит, Артас! Твоя ненависть не заберет больше ненависти! Всем трем доски и поехали. Наконец я свободен. Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Так, мы же за 2 часа принесли, так? Превосходно. Угу, удачи. Ну, потому что больше, чем за 2. Ну, мы начали во сколько собирать? 7:30. Я раньше не знаю, сколько ты собирать начал, я по фласкам смотрю. Такой. Ты сертификат забери, а то каждый раз потом будет предъявлять. Там же можно в почте сделать копию этого. Я скоро выйду, пойти к нам, блин. Дайте порт. Нет. Сто грамм на танк рулит. Никто не заходит. Ну, сам будешь сейчас собирать?